Государственной премии СССР не получил. Не получил. Получил через 8 лет. Брежнев, больной Брежнев, посмотрел, плакал. И дал Славе Тихонову золотую звезду. Нам с Табаковым Олегом Павловичем по ордену Трудового Красного Знамени. Остальным ордена Дружбы. Ну, золотую звезду он дал ему, потому что думал, что это живой разведчик Исаев, да? Ну, перепутал. Он же звонил Градовой и говорит, а где этот Штирлиц? Он думал, что они вместе сразу. Он Градовой звонил ну, лично? Ну, да, да. Это Брежнев. Она говорит, перестаньте разыгрывать. Положил второй звонок. Это правда, это Леонид. Да. Потому что многие изображали. Ну, в общем...